Всех приветствую еще раз. Попробую пока себя через планшет увидеть. Мне оповещение пришло. Чтобы картинку увидеть, было бы вообще классно. Сейчас проверим все. А здесь я себя вижу. Это прекрасно. Я не пойму, да, я вот двигаюсь. Здесь все работает через лайф, а вот здесь нет. Да, я даже себя слышу. Да, приветствую. Здесь я себя вижу. Герман, привет, дружище. Я, видишь, ты игру слышишь? Я что-то не смог расслышать игру на планшете. Скажи мне, игру слышно? Звуки с игры. Что-то я послушал и не слышу. Если тебе не сложно написать. Есть. Я послушал и не слышал. Все слышу. Слышу. Со второй попытки я уже услышал. Отлично, можем начинать. Спокойно. Да, привет. Привет, Герман. Привет, дружище. Наша первая трансляция в ВК. Здесь уже есть солдат, он мне оповещение вот присылает. Я вас вижу. Очень интересная система. Я вот настроил планшет, очень все хорошо работает. Солдат подошел. Или не солдат. Сейчас разберемся. Может быть, я ошибся. Так, ладно. Та-дам. Угу. Ошибся, да? Ясно. Ладно, ребят, давайте собирать колоду. Все работает, звук работает. В принципе, все просто запускается. Только вы... А, это что-то еще и Веном. Ну, мы с ним в одно время надо стартуем, да. Поехали. Так. Скоро 600 золотых получим. Осталось еще разочек зайти. Так, что нам там создать? 20 земель. Подходит. Нам подходит. Герман, нет, мы решили, что музыкальный стрим будем проводить в ВК, потому что хотим сохранить ламповую атмосферу того, что мы можем послушать любой трек и вот эту, знаешь, как бы автоматическую систему. Вы мне присылаете, я отвлекаюсь, запускаю. То есть, если хотите довести всю систему до автоматизма, да, я изучу на Twitch это, да, TJ, Twitch, и будет просто ссылочка в определенный момент доступная для того, чтобы слушать. Но, опять же, это очень такая, ну, непростая ситуация, потому что, наверное, мне придется ее отключать. Вдруг кто-то решит потом ее воспользоваться на другом стриме. Да, то есть, ну, там... Есть тонкости. Пока решили по старинке все делать, а там решим. Если многие захотят именно ввести систему как на Твиче, чтобы это было просто автоматически за донат, и я никакого участия не принимал, а просто для меня была музыка, сразу шла, то, значит, перейдем на эту систему. Теперь у нас есть такая возможность. Мы там. Так что дело в этом все. Спасибо, что подписался на Твиче. Я видел тебя, ну, твою подписку. Так что добро пожаловать. Спасибо, что поддержал. Герман, буду рад, если найдешь время и будешь заглядывать. Так. Я вот, видишь, теперь смотрю, как в ВК. В принципе, мы сейчас, опять же, в свободном плавании. Если нам будет уютнее в ВК, ну, значит, можем и в ВК. Вот и посмотрим, сколько людей откликнется ВКонтакте. У нас же в группе больше людей подписано, чем в Твиче. Поэтому я еще с какой-то степени Twitch почему выбрал? Потому что у нас есть определенная часть комьюнити, которая из Украины, а у них ВК недоступен. А Twitch доступен. Поэтому, мне кажется, с нашей стороны было бы, наверное, правильно все-таки Twitch выбрать.
Но сейчас, видя активность, я буду ориентироваться на тех, кто со мной. То есть, если хотите, значит, можем сделать, конечно, в приоритете ВК, но мне... Ну, есть о чем подумать. Я думаю, давайте не будем сейчас распыляться. Может, все-таки Twitch, а ВК вот пока с музыкой. Посмотрим результаты. Так. Ну что, собираем колоду. Собираем колоду. В какой-то степени даже хорошо, что мы решили провести музыкальный стрим здесь. Посмотрим, кто подтянется. А ты сейчас о чем, дружище? А, понятно. Не, я не знал. Я не знал об этом, что у них есть такая возможность. Ну тогда посмотрим. Просто я уже в группе привык ее чуть-чуть по-другому позиционировать. Для меня это такая, знаете, площадка, где я могу вам сказать, если что-то пошло не так, сказать о наших планах, что будем делать, вот как с Твичом, да, я сразу пришел, говорю, вот мы на Твиче. То есть изначально мы ее и делали как резерв такой, чтобы всегда быть с вами мне ВКонтакте, а с, ну, с теми, кому интересен канал. То есть 1/5 моих подписчиков на Ютубе был интересен канал. Посмотрим, какая часть из них меня поддержит на Твиче. Пока их там немного, но хотя бы 10%, если наберется, я буду только рад. Уже 10%, можно сказать, почти собрали, если ориентироваться на ВК. Так что такие дела. Вот и не знаю, или... Что одно, что другое направление мне не нравится. Давайте, мне в большинстве случаев всегда везло. Вот это классное существо, конечно. В ВК нас точно никто не найдет. Не, я больше склонен к Твичу, ребят, честно скажу. Мне кажется, у нас все получится. Как раз посмотрим свои силы. Мы там сильно сейчас и не цеплялись. Давайте уж честно это признаем. Я пока все-таки выжидаю. Заодно посмотрим сейчас, какой у нас коллектив, основной как бы актив, активный. То есть любые испытания, они на благо, если не опускать руки. А у меня всегда ВК лагает, ребят. Вы уж не обессудьте. Добро пожаловать, ребята. Рад всех видеть. Так, хорошо, давайте пока формирую. Сейчас уже трек будем слушать. Я здесь. Привет, привет. Я вот не знаю, теперь мне к вам обращаться все-таки по ВК. Ником или по никам, если определяю точно ютубовским. Но некоторые я точно знаю, какие у ютубе. Ну, Герман, я даже тебя в ютубе так называл, потому что изначально ты тоже был Германом, и мне это нравилось. Ну, красивое же имя, Герман. Так. Ладно, давайте зеленую возьмем. Что-то игра принуждает брать карты не так, как хотелось. Вот это хорошая карта все-таки. Дорогая, но хорошая. В принципе, это наше спасение. Ну, давайте, наверное, по никам сейчас ВК, так будет мне легче. Потому что если я сейчас буду пытаться вспомнить еще ютубовский, начну их еще тут путать. Изначально же почему и не хотел на разные еще платформы стримить, потому что у вас же по-разному везде ники. Чтобы каши в голове не было. Но судьба, понимаете, ирония жизни в том, что то, что ты хочешь избежать, почему ты именно натыкаешься. Так. Смотрим, что нам делать.
Мне не нравится то, что он нам предлагает, на самом деле. Вот это, наверное, самое такое пока интересное. Всех карт. Да, сойдет. Лучше тебя взять. Все, я понял, ноунейм. Хорошо, так-то лучше. Договорились. Вы получаете. Сейчас быстренько 15 карт сформирую и послушаем трек «Победитель» прошлого музыкального стрима. Сейчас сделаю погромче, уже подготовлюсь. Просто нам карты выпадают очень, скажем так, не очень удачно, если честно. Поэтому выбирать не из чего. Вот это убить легко. У нас даже нет по 5 жизней, чтобы... Хотя нет, есть. Давай тебя возьмем. Вот, что-то уже можно выбрать. Три случайных карты. Давайте три случайных карты. Ух ты, усложнили карту. Древний вепрь. Раньше просто зеленая была, а теперь разные должны быть. Вот это да. Ну, берем вепря. В принципе, хорошая карта. Теперь тебя. У нас очень разношерстная армия. Давай росток. У нас мелких карт тоже немного. Сейчас еще две карты беру и начнем. Алексей, это нормально, в принципе. Алекс. Алекс. Какой интересный вопрос. Не, нормально. Просто, понимаешь, надо сейчас сохранить темп. Как бы чуть-чуть непривычно, потому что все равно волнуешься. Вот я в ВК первый раз стримлю и думаю, у меня все получится, не все получится. Думаю, давайте сделаю заглушку. Сделал заглушку, сам посмотреть даже не смог. Пришлось отключить первую трансляцию, заново запустить, выключить заглушку, потому что с ней у меня самого она не открывается, то есть меня тоже глушит почему-то. И все заработало. Ну, все равно как бы сидишь чуть-чуть напряжен, потому что... А вдруг что-то пойдет не так, а люди ждут. Ну, сейчас, да, все, сейчас запускаю трек. Давайте запущу. Хорошо, трек «Победитель». Пока я тут карту выбираю. Ух ты, благодарю за поддержку. Подловил момент. Привет всем. Алекс, ты успел, прям когда тишина в эфире. Ну ладно, трек «Победитель», и потом буду со всеми общаться. Если вдруг кто-то новый подойдет, предупредите, что когда музыка играет, стример после музыкального трека ответит обязательно.
Да, в задумчивость я ушел. Все, трек прослушали, друзья. Все отлично. Так, ты уже треки, да, прислал? Я смотрю. Спасибо еще раз за поддержку, Алекс. Так. Да без проблем. Включим первым, значит, Высоцкого. Хорошо, треки от Алекса. Так, у меня там игра началась, я и не в курсе, да? Оп, да. Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя,
инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них бывает лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру, как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мол, у самих добра такого завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну а может и ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Буржу, а знай, зараза, там бывает ходить по пятам. Ты опасайся пуще глаза, ты в небрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед. Тут давай его пытать я, опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень тока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока, про коварный зарубеж. Я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, они вникнут, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я ж на ихнем ни бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь. Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они с Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала, стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечный, аж до хвостика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт во рту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. Трапу я сзади в спину, будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай? Так, так, сейчас. Все, запускаю следующий трек, друзья. Look, I was going to go easy on you, not to hurt your feelings. But I'm only going to get this one chance. Something's wrong, I can feel it. It's just a feeling I've got. Like something's about to happen. But I don't know what.
If that means what I think it means, we're in trouble. Big trouble. And if he is bananas as you say, I'm not taking any chances. You were just what the start. I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? They said I rap like a robot, so call me rap. But for me to rap like a computer must be in my jeans. I got a laptop in my back pocket. My pinnacle walk when I hat cock it. Got a fat nap from that rat profit. Made a living and a killing off it. Ever since Bill Clinton was still in office. With Monica Lewinsky filling on his nutsack. I'm an MC still as honest. But as rude and as indecent as all hell. Syllables, killaholic. Kill them all. This libbity, gibbity, hibbity, hip hop. You don't really want to get into a piss and match with this rapity rap hack and a Mac in the back of the yak backpack. Rap, rap, yap, 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 giddy gag nap. The exact same time I attempt these lyrical acrobat stunts while I'm practicing that. I'll still be able to break a motherfucking table over the back of a couple of faggots and crack it in half. Only realized it was ironic, I was under aftermath after the fact. How could I not blow? All I do is drop F-bombs. Do my wrath of attack, rappers are having a rough time period. Here's a maxi pad, it's actually disastrously bad. For the whack while the masterfully constructing this masterpiece. Cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. Now who thinks their arms are long enough to slap box, slap box? Let me show you maintaining this shit ain't that hard, that hard. Everybody wants the key and the secret to rap immortality like I have got. Will there be truth for the blueprints? Simply raging youthful exuberance. Everybody loves to root for a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing but shoot for the moon since. Pew. MCs get taken to school with this music, cause I use it as a vehicle to bust the rhyme. Now I lead a new school full of students. Me, I'm a product of Rakim, Lakim, Shabazz, Tupacin, W-A-Q, hey, Doc, Rin, Yella, Easy, thank you, they got slim. Inspired enough to one day grow up, blow up, and be in a position to meet Run DMC and induct them into the motherfucking Rakim. Roll Hall of Fame, even though I walk in the church in person, a ball of flames. Only Hall of Fame I'll be inducted in is the Alcohol of Fame on the wall of shame. You fags think it's all a game, till I walk a flock of flames. Off a plankin', tell me what in the fuck are you thinking? Little gay looking boy, so gay I can barely say it with a straight face looking boy. You witnessing a massacre like you're watching a church gathering take place looking boy. Boy, they that boy's gay, that's all they say looking boy. You get a thumbs up, pat on the back, and a way to go from your label every day looking boy. Hey looking boy, what you say looking boy? I get a hell yeah from Trey looking boy. I'ma work for everything I have, never ask nobody for shit, get out my face looking boy. Basically boy, you're never gonna be capable to keeping up with the same pace looking boy. Cause I'm beginning to feel like a rap god, rap god. All my people from the front to the back, nod, back, nod. The way I'm racing around the track, call me NASCAR, NASCAR. Dale and Hart of the trailer park, the white trash god. Kneel before General Zod, this plan is Krypton. No, Asgard, Asgard. So you be Thor and I be Odin. You Rodin, I'm omnipotent. Let off, then I'm reloading. Immediately with these bombs I'm toting. And I should not be woken. I'm the walking dead, but I'm just a talking head, a zombie floating. But I got your mom deep throating. I'm out my ramen noodle. We have nothing in common, poodle. I'm a Doberman. Pinch yourself in the arm and pay homage, pupil. It's me. My honesty's brutal, but it's honestly futile if I don't utilize what I do, though, for good at least once in a while. So I wanna make sure somewhere in the chicken scratch I scribble and doodle enough rhymes to maybe try to help get some people through tough times. But I gotta keep a few punchlines just in case, cause even you unsigned rappers are hungry looking at me like it's lunchtime. I know there was a time where once I was king of the underground, but I still rap like I'm on my Pharaoh munch grind. So I crunch rhymes, but sometimes when you combine up here with the skin color of mine, you get too big and here it comes trying to censor you like that one line I said on a back from the Mathers LP1 when I tried to sell, take 7 kids from Columbine, put them all in a line at an AK-47, a revolver and a 9. See if I get away with it now that I ain't as big as I was, but I'm morphing into an immortal coming through the portal. You're stuck in a time warp from 2004, though. And I don't know what the fuck that you mind for. You're pointless as Rapunzel with fucking cornrows. You like normal for being normal. And I just bought a new ray gun from the future just to come and shoot ya. Like when Fabulous made Ray J mad. His fab said he looked like a faggot. Mayweather's pads singing to a man while he played piano. Man, oh man, that was a 24/7 special on the cable channel. So Ray J went straight to the radio station the very next day. Hey, Fab, I'ma kill you. Lyrics coming at you with supersonic speed. Summon, I'm a doom, I'm a you assuming I'm a human. What I gotta do to get it through to you? I'm superhuman, innovative, and I made a rubber so that anything you say is ricocheting off of me and it'll glue to you. And devastating more than ever, demonstrating how to give a motherfucking audience a feeling like it's levitating, never fading. And I know the haters are forever waiting for the day that they can say I fell off, they'll be celebrating. Cause I know the way to get them motivated. I make elevating music. You make elevator music. Oh, he's too mainstream. Well, that's what they do when they get jealous, they confuse it. It's not hip hop, it's pop. Cause I found a hella way to fuse it with rock, shock rap, with die. Throw and lose yourself, I make them lose it. I don't know how to make songs like that. I don't know what words to use. Let me know when it occurs to you while I'm ripping any one of these verses. The verse is huge curtains, I'm inadvertently hurting you. How many verses I gotta murder to prove that if you were half as nice as songs you could sacrifice virgins to? School flunky,
pill junkie. But look at the accolades, these skills brung me. Full of myself, but still hungry. I bully myself, cause I make me do what I put my mind to. When I'm a million leagues above you. Ill when I speak in tongues, but it's still tongue in cheek. Fuck you, I'm drunk, so Satan take the fucking wheel. I'm asleep in the front, bumping heavy D in the voice. Still chunky, but funky. But in my head, there's something I can feel tugging and struggling. Angels fight with devils, and here's what they want from me. They're asking me to eliminate some of the women hate. But if you take into consideration the bitter hatred I have, then you may be a little patient and more sympathetic to the situation and understand the discrimination. But fuck it, life's handing you lemons, make lemonade then. But if I can't battle the women, how the fuck am I supposed to bake them a cake then? The mistake is a shame. It's a fatal mistake if you think I need to be overseas and take a vacation to trip abroad and make a fall on a face. And don't be a retard, be a king, think not. Why be a king when you can be a god? Так, 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 все, успел остановить. Спасибо, дружище Алекс. Неожиданно. Так. Отлично, он решился пойти в контратаку на нас. Да, он нас так как-то хорошо так расколотил, я смотрю. Сейчас вникну, ребят, тут просто меня постоянно калашматят, приходится очень сильно отвлекаться на них. Потому что калашматят от души. Давайте уж так. Я не знаю, надо как-то закрываться. Ой, как надо закрываться. Убьет, нет, сразу не убьет. Завяжем двоих на себя. В принципе, было бы неплохо. Давайте завязываем двоих на себя. Что остается? Этот тоже бы завалить не смог, то слишком много жизней. Так, сейчас анализирую. Вообще Высоцкий зашел, до сих пор, знаешь, актуально то, что он там поет. Особенно для меня прям к месту это все ты предложил послушать. Ты типа не обижайся там на этих ребят с Запада, да у них свое представление о справедливости. Не наше отечественное. Так что Высоцкий вообще на ура зашел. Рэп тоже качал. Партию чисто мы проигрываем, потому что у меня не получается закрыться. И не знаю, как закрываться на самом деле. Даже если я получу плюс 6 к здоровью. Мне бы по площади кого-нибудь ударить. Вот. Ну, давайте просто, не знаю, там, ход пропустим, пусть добивает. Так что да, зашли, зашли треки. Меня поразило то, что они до сих пор актуальны. Ну, а именно про Высоцкого, да? Те, что да. Солдату, я так понял, не зашли. Хоунейму. Ноунейму, господи. Все, видите, английский уже с русским скрестились. Нет, конечно. Нет, конечно. Ты же знаешь мои вкусы, да? Какую музыку тут мне даете слушать? Что такое? Безобразие прям какое-то. Ну, в этом мне и нравятся музыкальные стримы, потому что мы можем послушать очень разную музыку, благодаря тому, что вкусы разные. Ну, я могу благодаря вам послушать. Спасибо, Алекс, за... Ты сегодня будешь слушать, дружище? Да, да. No name. No name. Name no. А ты не узнал там аватарка говорящая вроде? Я думал, вы его сразу признаете. Я тоже не сразу признал, ладно, признаюсь. Наконец-то я хоть заменю лишние карты. Я тогда бой начал не на тех условиях, которые надо было бы. Были. Ух, он карты нам подкинет, молодец. Давай.
начало раунда, и сразу прям так начинаем с душой, скажем так. Не знаю, приберечь что ли пока карту. Вот я вам об этом же. Я вот нет бы кого-нибудь из них укрепить. Так. Так что все отлично. Оба трека очень интересны. Он мне что-то сказал, а я не успел даже прочесть. А я вот смотрю, сейчас у нас какая задержка интересная, а? Надо сейчас ход походить и запомнить этот момент. Выждать его. Так. Что нам важно? Что нам важно? Надо зелень потихонечку разыгрывать, да? Вот. Пока ничего не ходим, силы копим. Вот я пропустил ход. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, десять, одиннадцать, двенадцать. Ребят, задержка аж почти 25 секунд. Поэтому я даже не знаю, есть ли... А есть ли смысл? Оба! Сюрприз! Задержка большая, конечно. Да, 3-4 секунды. Просто я не знаю, что-то стал считать, или я что-то просчитался тогда. А чем он меня так сразу? Я иногда не... А, он... А, ту карту укрепил и меня убил. Все, 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 дошло. Как это произошло? Так... Он ко мне с той стороны подбирается, и я пока не знаю даже, что делать. Надо как-то от него закрываться, ё-моё. Придется, друзья, закрываться. Так, хорошо, тогда так. И вот так. У нас еще даже очки остались для дальнейшей экспансии. Супер. Это очень хорошо, что остались возможности наступать. Ну вот я сейчас, смотри, походил эту карту, да? Я при вас же там считать стал. Не, большая задержка, что-то я смотрю. Ну, не знаю, надо заново, может, посчитать. Ну вот узнаем как раз, какая задержка. В принципе, конечно, на Ютубе нам легче собраться. Мы для этого и готовили тогда здесь плацдарм. Мы изначально опасались, что при таких правилах могут быть сложности на Ютубе для свободолюбивых творческих личностей. Так... Хорошая новость, он ничего впритык не поставил. Это хорошо. Это очень хорошо. Мы сейчас сдержим его аппетиты на какое-то время. Ага, вот видите. Не так-то просто сдержать аппетиты. Еще плюс у попрыгайчика. Видите, какой попрыгайчик сразу появился.
Можем, в принципе, лес поставить. Он на размен пошел. Посмотрим. Он может укрепить, убить, но мы добьем тогда выстрелом. Так, ладно, удачи вам всем. Я спать. Всем пока. Давай, Алекс. Спасибо, что поддержал. Вот. Посмотрим, может, еще кто-то подслушает треки, создаст конкуренцию. Увидим. Я удивлен, на самом деле, что настолько, ребят. Добро пожаловать всем. Ну, я понимаю, ВК-то у меня в основном самый активный состав в группе ВК. Прям меня заставляете задуматься. Вы, не знаю... Подумаем. Подумаем, что делать. Хорошо, хорошо, солдат, ничего страшного. В любом случае, спасибо Алексу, он уже дал возможность нам послушать музыку, и это замечательно. Живем теперь до следующей недели спокойно. А я потом подумаю, что целесообразнее все-таки Twitch или ВК. Не хочу сейчас распыляться, и надо просто спланировать уже план действий, чтобы... Ну почему вот я не подумал об этом действии? Это всегда так печалит, на самом деле. Вот когда противник тебя дурит. Ого, вот так, значит. А, почему-то вообще по мне ударил. Неплохо так. Точно надо сюда походить. Так, как бы мне от него избавиться, а? Как это непросто. Давайте посмотрим. Что там вылезет? Хорошо. Отлично, росток. Вот просто спал и видел, как росток появится и спасет меня от надвигающихся бед, да. Иди отсюда. Так. Мощно, конечно, он так зашел нам в тыл. Ай-яй-яй, что я вообще делаю, а? Ну, почему, почему я так хожу? Ладно. Я, вон, видишь, закрываюсь от его атак. Если я сейчас уцелею, то все будет отлично. Не дать ему, самое главное, убить мою карту, и все будет хорошо. Видишь, он сейчас заблокировался, он тоже... Если это была ошибка, то это хорошо. А если нет, то это плохо. Так. Нет, это не была ошибка. Эх, вот эта карта, вот на один бы ход раньше разыграла, и это была бы совсем другая игра. Ай да, сильно. Хорошо, солдат, давай, дружище. Вот, благодарю за поддержку.
Я до сих пор не вижу, как поддержка прошла. Я так, к слову, на всякий случай. А, он выжил. Я такой думаю, у меня тут карта есть. Я такой, молодец. Ну-ну. Конечно. Так, точно убить его. Без вариантов. Так, что еще мы можем разыграть? 5 надо, да? Росток сюда, потому что бесплатный. Да, сейчас, дружище. Эту карту сюда. И у меня еще останется возможность разыграть. Отлично, поехали. Супер, супер, у нас есть шансы, друзья мои. Так. Солдат, ты поддержку сделал, да? Просто я, это был отвлечен, мог ее пропустить. Если ты там... Насколько скажешь, да? Так, хорошо, запускаю. Сейчас только звук отключу. То у меня тут звук включен. Понятно. Ну, запустим трек. Такой. ДНР трэп. Слышь, это песня слышь, против ватник, изуверских ватник, военных ватник, действий со стороны ватник, Киева. Ватник, слава Новороссии! Ватник! На моем ватнике нашивка ДНР, слышь? Ебашим фунту из трофейных РПГ. Скрыш, слышь, мышь, мы тут рулим на развалинах Славянска. Тусуем, погибаем за то, чем дорожим. Ведь Путин подкидывает нам калаши. Я пафосный малый, со мною лучше не связывайся. На фоне БТР я фоткаюсь с разных ракурсов. Вася, хэштег, инстаграм. Выложу я фотки, смерть врагам. Мои аэрмаксы цвета хакер. Мне сам Игорь Гиркин ставит лайки, оп. Танцуй локтями, оп-оп. Мясо укров ломтями, пришли правосеки. Братишек потянем, ведь с нами комбат, борода и потяня. На моем лице балаклавка и вес заныкан в портянке. В окопе тусуем и делаем трэп, бросая гранаты под танки. Ты не респектуешь нашим дедам и плотную зигу кидал. И вот ты попал к нам в плен, заплакал как баба, кричишь нахуй Майдан, а мы тут в брониках. Когда мы тусуем, в мире один Порошенко плачет, в мире бомбит миллиард пуканов. Тут пацаны с Новороссии, братья. Ногу не касаться руками, ногу не касаться буквально, ногу. Даже если от вас не хотят оставить их камня на камне. Есть, как вылю тебе сердце. Есть, это шумло так без. Не пускайся под прессом, стой до конца, отступ от агрессии. Ногу не касаться руками, ногу не касаться буквально, ногу. Даже если от вас не хотят оставить их камня на камне. Есть, как вылю тебе сердце. Есть, это шумло так без. Не пускайся под прессом, стой до конца, отступ от агрессии. Она коротенькая. Так, стоп, стоп. Я не ожидал, что она закончится, то есть. Хорошо, хорошо. Ну, тут сложно, понимаешь, судить, потому что такие вещи, они... Их объективно нельзя просто так взять и взвесить. Там непростая ситуация. Там все-таки люди страдают. И с той, и с другой стороны, я думаю, достаточно сильно, друзья мои. Поэтому как-то и говорить что-то сложно. Потому что все-таки, что не скажешь, в любом случае кого-то ранишь. Так. Что нам с тобой делать? О, мы можем укрепить эту карту. Это вот очень хорошо, если мы ее укрепим. Ну, если ее укрепим... Надо избавляться от этой карты. Он делает себе плацдарм, я так понимаю. Для агрессии. Так, хорошо. Тогда избавляемся. Ходим сюда. Убираем. Так. Отлично. В принципе, пока... В нашу пользу все складывается, друзья мои. В нашу пользу. Это замечательно.
Хорошо, поищи, пожалуйста, что-нибудь хорошее. Ты просто как бы, да, такая вещь, да, непростая. И понимаешь, у меня, мы когда стримили, ко мне приходили люди с той, с другой стороны, и я всегда стремился как-то им донести, что хотя бы здесь, в этом месте, у них есть возможность что-то общее найти, там, видеоигру посмотреть, стрим посмотреть. Понять, что есть что-то общее, что их связывает, а не только приводит к тому, что в сердце зарождается вражда. Вот. Интересно, он пошел в отступление. Почему он принял такое интересное решение? Ну, ему конец тогда. Ага, контроль над этой картой, хорошо. Контролит. Да, неожиданно для меня как бы это. Ну, как бы не в том, что неожиданно, наверное, непросто будет мне теперь его раскрутить на гибель, потому что контролить его не знаю чем. Чем тебя контролить, чем победить? С одной стороны, если я его убью, ваше священное существо получит плюс 5, плюс 5 в руке. Так. Ну и давайте. Убью и посмотрим. Почему бы нет? Неожиданно. Я думал в руке, а не на поле. Так что ситуация опять двоякая. Очень двоякая ситуация. Попробуем завалить. Будет тяжело это сделать на самом деле. Да нет, я ж не говорил, что нельзя запускать треки, которые мы уже слушали на музыкальных стримах. Притом был прецедент, например, сейчас вспомним, Басара Легаси, тогда прослушал один и тот же трек два раза, я ему ничего не сказал, просто никто не обратил внимания, что вроде как бы есть же возможность послушать треки, а не ее отсутствие. Так что так, ребят. Рывок. В принципе, мы можем прям прорваться туда. Почему бы нет? Мы тогда с двух сторон сможем подойти к нему. Давайте, давайте попробуем подойти, чтобы контратаковать. Так. Ну и что нам дальше делать? Просто не знаю, стоит ли освобождать эту карту. В принципе, можно. Думаю, освобождать. Уходим. Уходим в атаку, потому что отсиживаться себе дороже. И копим силы. Пока. Давай включу из игры музыку. Солдат, или как? Ладно, выключить мы всегда успеем, чтобы не торопить. Пусть спокойно подберет трек, который по сердцу, да? Сопротивляется, не дает нам его так раз и завалить. Посмотрим, на что ты способен. Так что да, ребят, если есть желание за минимальную поддержку каналу, можно прислать мне в ВК музыку, ну, трек, один трек, и мы его послушаем в прямом эфире. Так что так. Ну, сдавайся тогда, если карт подходящих нет. Мы продолжим новую кампанию. Угу. Интересное решение.
Насмешка, рывок, так. Что? Ликвидируем, я думаю, потому что нам невыгодно. Давайте мы возможность тут усиливаться. Благодарю за поддержку, дружище. Вот, давайте последнее слово. А, последнее слово. Жестоко. Но у него и контроля точно уже нет. Мы можем подкопить и сделать вот эту карту мощную. Так, ждем тогда. Ты меня предупреждай, неважно кто. Это ты сейчас сделал? Или не ты, солдат? Чтоб я потом не запутался в ваших поддержках, ребят. Так. Хорошо. Запускаю трек. Ууу, классно. Спасибо. I tell you the dragonborn comes with a voice wielding power of the ancient lord heart. Believe the dragonborn comes. It's an end to the evil of Oscar's foes. Has passed and the legend yet grows. You'll know the dragonborn's come. Ah. Но единственное, это трек, который уже у нас и так есть в группе. Вот, поэтому в любом случае спасибо, что дал послушать его. Не могу же я ему дать второй раз победу. Не, могу, конечно, просто как добавлять тогда в нашу группу. Если бы какая-то был ремикс, что ли. Но в любом случае спасибо. Прям для души. Вот все норовит что-нибудь такое разыграть, чтоб... Но ты не знаешь, что я знаю, как нейтрализовать тебе ту карту, которую ты так стремишься сейчас разыграть, чтобы спастись, чтобы затянуть время неизбежной своей гибели. Так. Ай, это не та карта. Вот это облом. Эй, у меня же стрелковая где-то карта была. Затянется наше сражение, друзья мои. Вы? А, нет, вот она. А, нет, ну опять же. Это не те карты. Так, где стрелковая карта? Это вообще махина называется. Так, ну пусть, в принципе, убивает. Так, сейчас он убьет, все будет в лесах, тогда давайте вызываем в срочном порядке гиганта еще одного.
принципе, мы победили. Вот. Ну, я так понимаю, у нас реклама пошла. Вот, смотри, активность увеличилась, и сразу реклама пошла. Вот. Сейчас зайду, наведу порядок. Что поделать? Я ж не знаю, куда ты зовешь. Так что да. На Ютубе я хотя бы знаю, что на другие каналы люди зовут. А тут непонятно, куда позвал. В любом случае, привет тебе, Станислав. Пока банить не буду, у нас в основном изначально муты за рекламу даются, но... Говорится, имей в виду. Могут быть последствия. Так. Придется мне еще здесь стрим открывать. Сейчас сделаем. Пока комментарий просто удалю. Давай, дружище. Я думаю, ты сам понимаешь, чтобы тебя не блокировать там аж на неделю. Вот, все, тут отключим. Так, он тоже призвал большого гиганта. Какой он классный парень, я просто... У меня просто слов нету, знаете. Что не ход, так что-то эдакое, такое неожиданное, новенькое. Впечатляющее. Давайте попробуем пойти его додубасить. Он затягивает время. А тут просто отступим назад. Вызовем подкрепление. Вот, и заблокируем на себе тебя. Как еще ты хотел? Постоишь, подумаешь о жизни своей. Так, все, успели походить. А, на видео, ну, понятно. Ну, это тогда, если там ты посмотрел. Вот. Страшно. Я же говорю, надо будет смотреть, какой комьюнити будет приходить. ВК в основном достаточно такое активное, но в какой-то степени, когда я тогда узнавал, агрессивное комьюнити, ну вот я не знаю, на практике не проверял, ребята. Но пока вроде все спокойно, знаешь, пришли, смотрят молча. Чуть-чуть реклама, знаешь, такая присматривается. Поэтому я не знаю, правильно ли сведения у меня были взяты. Все, наконец-то он сдался. Ну там как бы он затягивал время, потому что в нашу пользу уже вся партия сложилась. Но он молодец, до последнего боролся с нами. Просто до последнего. Давненько мы так партию долго не мусолили, да? Вот. А ты что думаешь, солдат? Вот что целесообразнее? Все-таки нам сосредоточиться сейчас на Твиче, пока у нас такая ситуация с Ютубом, или все-таки на ВК, ВКонтакте? И почему, если как бы какое-то решение принимаешь? Интересно же послушать твое мнение. И ты до конца стримчанского, как время есть? Я понимаю, что я сейчас не как бы зритель, не знаю. Ребят, всех приветствую. Если хотите, вливайтесь к нам на Twitch или в ВК, или на YouTube. Но на YouTube пока могу только выкладывать записи стримов. Так, стримы каждый день с 10:00 по Москве, без выходных. И вечерние плюс 17 или 18 по Москве. Сейчас делаю их на Twitch. Ясно. Не, ну я тоже вот подумал насчет Твича, потому что меня еще что сейчас порадовало, когда туда мы вышли. Меня впечатлило, что там очень хорошее качество картинки. Ты же сам видел.
А потом ребята ко мне, когда приходили, которые знакомые стримеры, да, они говорят, что там самый лучший аудиокодер. То есть на тех же настройках, которые я делал на Ютубе, у меня намного лучше картинка идет с моего железа. Я представляю, когда я буду через облако играть, там вообще картинка должна самый смак быть. Ну, конечно, посмотрим. Но меня это впечатлило, я не ожидал. Я думал, что YouTube в этом отношении лидирует. Оказалось, ничего подобного, друзья мои. Ну, если соберем 3 стакана ПК, то, конечно, будет. Куда деваться? На таком железе можно себе позволить и такое видео. Но надо сначала тогда будет еще на монитор накопить, дружище. Просто какой смысл делать стримы Full HD 4K, если ты сам даже не можешь себе позволить на это смотреть? У меня сейчас не такой же мониторич. Ты сейчас мы с тобой поговорим, все будут думать, что я тут Рокфеллер сижу. На самом деле у меня железо не мощное. Давай, делись. Почему бы нет? Жизненным вопросом. Так. Давайте выращивать уже сначала. Стебелек. Что-то он к нам подбирается, давайте это признаем. С одной стороны, нам целесообразнее разыграть крупную карту, несмотря на ее стоимость. Потому что она закрыла бы ему возможности. Но сейчас будет к нам подбираться, конечно же. Как тебе так перекрыть? Вот так, наверное, сделаю. Пока вместе так. Ну все, вообще, как бы мне здесь понравилось, вообще, понравилось-то это дело. В этом же вся суть. Вот и момент истины. У него это существо заперто, он им может, если что, отступить только. Ну давайте посмотрим, что он сделает. Вот мы разыграем очень крупную карту. Очень крупную карту. И отходим. Просто понимаешь, если мне это нравится, зачем... Я думаю, я бы чем-то дополнил. Но тем, что я бы дополнил, я думаю, стоит потом уже говорить, что бы я хотел дополнить. Понимаешь? Потому что сейчас это будут необоснованные, как бы, все-таки мечты. Одно дело, когда у тебя уже все сложилось, и ты говоришь, да, я вот думаю еще запустить там хобби, там еще что-то такое дополнительное, потому что я могу выделить окно. Но, с другой стороны, если я буду делать стримы в том темпе, в котором я сейчас их делаю, просто не будет столько времени. Надо будет или темп снизить, но опять же, если зрители дадут такую возможность. Так, все интересно. Как с тобой все интересно. Как я обожаю эту карту. Я опять вот думал, тут другая карта лежит. А, нет, вот это мне нужно, да, 9. 9 маловато будет. Маловатый выстрел, так.
Вот у нас что-то пошло не то, не по плану, как говорят, да? Что-то пошло не по плану. Ну что, надо его убить. Этим пока бить бессмысленно. Держим, перекрываем возможность, закрыли. Отлично. Почему каналу осталось еще 3 года? О, ты пессимистичен, дружище. Немного такая обидная ситуация, то есть плацдарм для выстрела я себе сделать могу. В принципе, да, если я усилю, я убью эту карту без вопросов. Для этого нам нужен лес. Я не то сделал, ребят. Ух, не то все сделал. Ошибки сделал. Я-то выстрелить не смогу. А, не могу. Ух, я могу выстрелить. Все, я думал, я не могу выстрелить, когда вблизи противник. Забыл, что это не страшно. Все, убить-то он не сможет сразу нас. Нормально, он тоже сидит на мели. Короче, ты мне предлагаешь поискать себе какую-то альтернативу, да, солдат? Не очень у меня складывается, ты имеешь в виду это дело. Еще сказал 3 года и все. Видишь, отойдет, убью. Ударит, убью. Хорошая, в принципе, у нас ситуация. Самое главное, чтобы что-то крупное не разыграл. Вот он тоже нас сейчас зажмет просто все. И будем мы весело радоваться жизни. Он не отойдет, потому что если отойдет, я выстрелю. Интересное решение. И должно еще на лесе стоять. Ну, в принципе, неплохой вариант был бы, если поближе можно было бы ее разыграть, эту карту. И усилить нам нечем. Вот это тоже такая ситуация веселая. Усилить нечем.
Давайте убиваем, а что нам остается? Тут сильно не разойдешься. Так. Завязываем сюда. Стараемся временно перекрыть, чтобы тут ничего лишнего не разыграл. Солдат, возникает другой вопрос. А чем бы ты посоветовал заняться? Через года три. Если у тебя такие пессимистические планы на мою деятельность. Может, что-то стоящее посоветуешь? Я сейчас смотрю, ты уже ушел, да? Я по аватаркам сейчас смотрю. Тебя не видать. Так. Мой стрелковый отряд съели. Отлично. Если туда подойдем, он мне... Натюкает. Так, что же нам делать? Подходить туда нельзя. Или подойти сюда, в принципе, зато эта карта освободится. Мана важнее, ребят. Мана важнее. Тут интересная у нас ситуация. В какой-то степени даже немного патовая. Убить его нечем просто. Но он теперь ограничен по времени, так что в степени все сложилось в нашу пользу. Давайте ману возьмем. Так. Ну вот и наша веселуха переплыла. Ну что, в сложившихся обстоятельствах мы можем только затягивать время. У меня карт для перехвата нету. Что с тобой делать-то? Пожертвуем, в принципе. Он сейчас на нуле. Завязываем эту тварину на себя. Четыре, мне надо опять что-то на пять. Пять на пять. Успели.
А пусть подходит. Разберемся. Так. Мы сделаем, наверное, даже вот так. Ну, как у нас одни новички, я думаю, уже будет сейчас трек-победитель сделаю. После этого уже музыку запускать, именно на которую ВК войдет, не получится, потому что так не сделать. Так, ага, он завязал. Я тут думаю о другом, хорошо. Сейчас у нас освободится карта, но нам от этого легче не станет. Это в какой-то степени обидная ситуация. Привязали его к себе. Сейчас посмотрим, что у нас тут выйдет, конечно. У него маны много. Сейчас может натворить нам делов. Пока трек победитель запущу. Нам все равно не пропустим просто так тебя. Ребят, сегодня у нас побеждает Высоцкий от Алекса. Называется «Инструкция». А там дальше как? «Инструкция перед поездкой за рубеж». Ага, отлично. Я вчера закончил ковку, я два плана залудил и в загранкомандировку от завода угодил. Копоть сажу смыл под душем, съел холодную изя, инструкцию послушал, что там можно, что нельзя. Там у них бывает лучше бы того. Так чтоб я не отчебучил ни того, он мне дал прочесть брошюру как наказ, чтоб не вздумал жить там с дуру, как у нас. Говорил со мной, как с братом, про коварный зарубеж, про поездку к демократам в польский город Будапешт. Там у них уклад особый, нам так сразу не понять. Ты уж их, браток, попробуй хоть немного уважать. Будут с водкою дебаты, отвечай. Нет, ребят, демократы, только чай. От подарков их сурово отвернись. Мало у самих добра такого, завались. Он сказал, живя в комфорте, экономь, но не дури. И гляди, не выкинь фортель, сухомятки не помри. В этом чешском Будапеште уж такие времена. Может, скажут, пейте, ешьте, ну а может и ни хрена. Ох, я в Венгрии на рынок похожу, на немецких, на румынок погляжу. Демократки, уверяли кореша, не берут советских граждан ни гроша. Но буржуазная зараза, там бывает ходить по пятам. Ты опасайся пуще глаза, ты в небрачных связей там. Там шпионки с крепким телом, ты их в дверь, а не в окно. Говоришь, что с этим делом мы покончили давно. Но могут действовать они не прямиком. Шасть в купе и притвориться мужиком. А сама наложит тола под корсет. Ты проверяй, какого пола твой сосед.
Тут давай его пытать я. Опасаюсь маху дам. Как проверить, лезть под платье, так схлопочешь по мордам. Но инструктор парень дока, деловой попробуй срежь. И опять пошла морока. Про коварный зарубеж я популярно объясняю для невеж. Я к болгарам уезжаю в Будапешт. Если темы там возникнут, сразу снять. Бить не нужно, а не вникнут, разъяснять. Но я ж по-ихнему ни слова, ни в дугу и ни в тую. Молод мне, так я любого своего перекую. Но ведь я не агитатор, я потомственный кузнец. Да я к полякам в Улан-Батор не поеду, наконец. Сплю с женой, а мне не спится, дусь, а дусь. Может, я без границы обойдусь. Я ж не ихнего замесу, я сбегу. Я ж на ихнем ни бельмес, ни гу-гу. Дуся дремлет, как ребенок, накрутивший бигуди. Отвечает мне с просонок, знаешь, коль не зуди. Что ты, коль больно робок, я с тобой разведусь. 20 лет живем бок о бок, и все время Дуся, Дусь. Обещал, забыл ты нечто, ох, хорош. Что клеенку с Бангладеш-то привезешь? Сбереги там пару рупий, не бузи. Хоть чего, хоть черта в ступе привези. Я уснул, обняв супругу, Дусю нежную мою. Снилось мне, что я кольчугу, щит и меч себе кую. Там у них другие мерки, не поймешь, съедят живьем. И все снились мне венгерки с бородами и с ружьем. Снились Дусины клеенки цвета беж и нахальные шпионки в Бангладеш. Поживу я, воля Божья, у румын. Говорят, они из Поволжья, как и мы. Вот же женские замашки, провожала стала петь. Оттутюжила рубашки, любо-дорого смотреть. До свидания, цех кузнечня, аж до хвостика родной. До свидания, план мой встречный, перевыполненный мной. Пили мы, мне спирт в аорту проникал. Я весь путь к аэропорту проикал. Трапу я сзади в спину, будто лай. Да на кого ж ты нас покинул, Николай? Так, отлично. Ну и под конец трек от меня, друзья. Всегда на стримах. Я спокойный сегодня трек, как раз про достижение мечты. Может, кто-то узнает, с каким клипом связан. Так. Сейчас запустим. Thank you.
что, друзья мои, я сейчас буду доигрывать. Ну, или еще поиграю, если хотите. В принципе, сейчас время посмотрю. Мне где-то до 8. Еще полчаса могу задержаться. Вот. Так. А, мы... Наш ход? Нет, не наш. А, у него точно такая же карта, как у нас. Ну, великолепно, конечно. Ну, тут уже, да. Если он смог завалить нас. Что поделаешь? Двоякая ситуация. То есть, если он ударит по мне, он убьет себя. Он будет обязательно убегать от меня. Но если он убежит от меня, я его убью. То есть, 50 на 50 ситуация, на самом деле. Понятное дело, что я сейчас подойду к нему и ударю его, да, то есть... Потому что теперь патовая ситуация. Теперь другой вопрос, да, возникает. Что делать дальше? Да, мы его не отпустим. Ха-ха-ха, его не уходи. Побудь со мной. Ты мой последний шанс, чтобы тебя добить. Так. На всякий случай страхуемся еще этой картой. Ну, поехали. А, нет, еще не могу разыграть около феерии, могу колодца. Так что ждем. Неплохо сыграно, да, вот посмотрим. Или он сейчас выкрутится, а да, он выкручивается, да, все. Он выкрутился в этой ситуации. Мы как раз в Пандоре все прошли. Что, друзья, буду сворачиваться. Вроде все молчат. Был рад всех видеть. Если понравится, подписывайтесь в ВК или на Twitch. Если интересно, какие стримчики, тогда зайдите на YouTube. Там все трансляции хранятся. Можете оценить, интересно или нет. В любом случае, всем пока. Привет, если будет желание, завтра увидимся на Твиче, стрим с 10:30 завтра. Так что, с вами был Лав, всем успехов, всем пока, было приятно познакомиться.